Ты повторяешься? Ну, допустим, репортажи — это скучно. Да, а еще скучнее репортажи о непонятных шахтерах. Ты, Андрюша, конъюнктурщик. Ну, как и все. В том-то и дело. А ведь те, кто делает новости, тот воспитывает вкус зрителя. И никак не наоборот. Да, а вот ты что выберешь? Интервью со звездой? Ну, либо непонятная голова в кадре. Андрей, а ты знаешь, что руда — одна из многих для тебя скучных вещей — это то, на чем держится наше государство. То государство, в котором ты живешь и работаешь. Вот ты снимаешь красиво, стильно, молодец. Но ты хоть знаешь, откуда в этих розетках электричество? Ну или, например, бензин, который ты на заправке залил. И еще выбирал, какой именно залить. Чего ты решила в политику-то перейти? Да не в политику, а в экономику. А экономика строится не на нас с тобой. И не на тех звездах, о которых ты мечтаешь снимать. А на тех людях, о которых ты теперь слышать не хочешь. Сколько нам еще осталось? Да еще успеем поцапаться. Присаживайтесь. А, да нет, спасибо. Я, так сказать, работаю уже. Он кадр на глаз выстраивает. Ребята, вы меня собираетесь снимать? Ну да. Вы же директор шахты, которая по своим показателям в этом году... Нет, нет, ребята, так не пойдет. Мне понятно желание вашего канала дать материал про наш участок. Вы же стране не 3 килограмма угля дали. Только снимать вам не меня. А кого? Лилия! Жуматаева, ко мне пригласи, пожалуйста. Сансызбай Бекбаладович, у них же сегодня дополнительное время. Лучше через полчасика. Придется подождать. А, простите, а Жуматаев — это кто? А, пойдемте-ка. Сами сходим к нему. Может, кадр сразу выстроить? Нам еще здесь ждать? Еще минут 5. А это кто? Вы можете подойти. Не стесняйтесь. У нас здесь народ простой. Спасибо. Здравствуйте, телеканал Хабар. Вы позволите пару вопросов? Ну, не знаю, о чем. Вы кого здесь ждете? Моего друга. С цветами? Это так нетипично. Обычно парни девушкам дарят цветы. Он необычный парень. И работа у него опасная. Хотя мы ее так не называем. Знаете, я переживаю за него. Вы давно встречаетесь? Да. Довольно 2 года. А сколько он здесь работает? Месяц. У него сегодня юбилей и... Мы находимся на НКС шахты Шахтинской. Сейчас, буквально через пару минут, закончится смена. И шахтеры появятся, как подземные боги. А здесь их уже встречают.
Этот репортаж о людях сильных духом, которые заставили подземные недра служить нашему народу, нашей стране. Ты с пафосом не переборщила, а? Вот, познакомьтесь, Сайлау Жуматаев. Вам нужен был герой? Вот он перед вами. Сансабайбек Булатович, о чем вы? Ладно, ладно, не скромничай. Давай рассказывай ребятам о своей работе. Я все, ушел. Дела. Здравствуйте, меня зовут Акинже, я журналистка телеканала «Хабар». А это Андрей, наш оператор. Акинже, на самом деле я не знаю, что рассказать. Зачем это нужно? Я после смены. Ну, грязный. Ну, это же хорошо. Вы же актер. А страна должна знать своих героев в лицо. Какие они есть. Какой я герой? Таких у нас 27 бригад. Ну, вы хоть пару слов скажите о своей работе. Чем вы там внизу занимаетесь? Значит, вы хотите репортаж делать, да? Да. Будет вам репортаж с места событий. Пошлите. Сейчас мы пойдем в забой. Там очень опасно. Будьте предельно внимательны. Шахта ошибок не прощает. Недаром наши отцы говорили. Одна тонна угля равняется одной шахтерской жизни. Наша шахта дала уже 3 миллиона тонн угля. Что это значит? А посмотрите в учебниках по геологии, а потом в учебниках по экономике. Мы здесь не сильно стараемся вникать в эти вещи. Мы здесь помним только одно. Есть уголь, есть люди. И вот этот уголь надо этим людям доставить. Наверх. Видите, у нас такой традиция есть шахтеров. Вот, вот она. А зачем? Это традиция шахтеров. Это дело нормально. Вот. О, как шахтеры. Ну, на этом наша экскурсия закончилась. Спасибо вам огромное. Спасибо. За что? За терпение. Ой, ой, Андрей, Акинже, наверное, вы проголодались. Пойдемте ко мне. Я с женой познакомлю вас. А что ваша жена приготовила? Я люблю вещь фармак. Ой, она очень вкусно готовит каждый раз. Пойдемте, а?
Спасибо, но нам пора. Ладно. Андрей, ну ты чё? Ну нельзя же так. Не дури, ну пригласи же человека, неудобно. Ну, это же не интересный человек. Это же не звезда. Звезда? Ещё какая звезда? Ребята! Пойдёмте. Вы знаете, у меня до сих пор после спуска в шахту мороз по коже. Да, адреналинчик нам задали. Но тут мужчины у нас позволения не спрашивают. Они сами решают, что делать. Да, зато мы их и любим, зато и гордимся. Ой, без обид, конечно. А вы бы пошли поработать на шахту? Нет, там темно, а мне-то свет нужен. Свет там, даже где его нет. Уснули? Они не хотели без тебя засыпать. А вот я вас хотела спросить, почему вы выбрали именно эту профессию? Каждый вид этой жизни имеет выбор. Каждый занимается тем, что ему по душе. Но мы с Айгуль переехали с Кокшетау. Было трудно. Вот сейчас все есть. И дети, и дом, и достаток, и друзья-товарищи. Но самое главное, есть работа, которую ты любишь. Все события, рассказанные в наших новеллах, вымышлены. Но герои, которые вдохновили нас на создание этого фильма, реальны. Сайлау Жуматаев – подземный горнорабочий шахты Абайская в Караганде. Он воспитывает двоих сыновей и верит в свою профессию. Эти люди каждый день своим трудом создают настоящее и будущее нашей страны.